Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі «Бесіда в студії» ми зустрічаємося з настоятелем Свято-Знаменського храму в селищі Черкаське, протоієрем Сергієм. Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами зустрічаємося во время Рождественного поста і накануні рождественських, ну і новогодніх праздників. Тобто у нас як-то світські праздники і церковні праздники, вони так наложились друг на друга. І, відповідно, ми, ну, светские люди тоже, в общем-то, все празднуем одним, ну, большинство из нас как бы так празднуем и празднуем, есть свои традиции. Скажите, пожалуйста, вот как себя должен вести, ну, православный человек вот в это время? Время, тем более у нас еще есть теперь католическое Рождество, то есть люди вообще запутались во всем. Ну, наверное, сначала нужно посмотреть значение поста. Вот, у нас настолько темп и движение жизни настолько ускорены, что у нас не хватает времени для того, чтобы взглянуть и посмотреть, а кто есть я. Вот, кто, потому что он, то работа, я знаю, вот люди сейчас по 2-3 работы, и фактически не хватает времени взглянуть и посмотреть на себя. Вот. Так вот, посты, тем более многодневные посты, они как раз то время, чтобы человек немножко остепенился, немножко дал возможности развитию своему нравственному, духовному, тем более. И вот рождественский пост – это такое время, чтобы посмотреть честно на то, какой я человек, какие качества есть, и качества, и дефекты есть, вот. И обратиться к Богу с тем, чтобы Господь помог избавиться от некоторых тех дефектов, которые... Грехов, которые мешают мне жить как человеку, и которые мешают жить тем, не только мне, но и окружающим меня людям. А вот можно спросить, ну вот, допустим, наверное, каждый день вот поста, он чему-то посвящен, то есть недаром он пост. То есть должен человек, допустим, каждый день ходить в церковь в это время, или наоборот, это можно делать, ну, таинство это такое домашнее. Вот как он должен себя вести? Ходить в гости, не ходить в гости, потому что у нас когда праздники, так мы обычно в гости ходим друг к другу. Тоже такая традиция есть. Как должен человек вести себя во время поста? Больше времени уделять себе и тем людям, с которыми он живет. Больше времени уделять семье. Вот. Потому что мы... У нас, ну, настолько бывает и загруженная жизнь, работа, дом, или в основном там работа, потом дом, что мы приходим вечером и уже настолько выжатые, как лимон, вот, и не хватает ни эмоциональных, ни физических сил, чтобы уделить время жене, детям и так далее. Вот, поэтому больше времени уделять семье. И в то же время, когда человек начинает поститься, тогда начинает немножко меняться план, жизненный план. Потому что человек, который приходит к Богу, начинает держать пост, он день начинает с молитвы. Просит у Бога то, что самое, он считает самое главное и самое необходимое. Это там кто-то ставит в пост цели. В этом посту я не буду объедаться. Или там, в этом посту я постараюсь, Господь, дай мне сил, чтобы в этом посту ни на кого не раздражаться. Или там, в этом посту никого не осуждать и прочитать там, например, братья Карамазовы, Достоевского.
И он, и когда у человека есть уже цели, ему уже легче. Он просыпается утром, уже просит утром у Бога, кроме утренних молитв, он просит: «Господи, дай мне сил сегодня, вот только сегодняшний день, вот только сегодня, никого не осуждать. Или только сегодня, ни на кого не раздражаться. Я не знаю, что будет завтра. Вчера уже прошло, а завтра я не знаю, что будет, поэтому только сегодня». Вот так каждый день. Вот. А вечером желательно, конечно, после вечерних молитв сделать анализ. Вот я сегодня, вот как я сегодня день прожил. Соответствовал ли я тому, чтобы хоть на чуть-чуть стать лучше, чтобы хоть на один маленький день. Но я никого не обидел, никого не оскорбил, никому не ответил злом на зло, вот, а больше кому-то улыбнулся или кому-то чем-то помог. Вы знаете, вы это очень хорошо сказали, что нужно ставить цель. Вот обычно мы как-то, ну, опять-таки, большинство людей, которые не являются такими, истинно верующими, скажем так, которые постоянно не общаются с Господом Богом. То есть мы пост воспринимаем, ну, действительно, есть такая традиция, есть такой обряд, значит, поститься, да. Ну, допустим, я не буду ничего есть. Но вот ставить какие-то благие такие задачи себе, вот это, наверное, очень хорошо. То есть человек тогда за это время может многого, ну, что ли, достичь того, что он никак не мог сосредоточиться, вот эту цель свою какую-то, в конце концов, какую-то достичь и сделать это. Это очень по этому поводу хорошо сказал митрополит Иларион Донецкий и Мариупольский как-то на одной из проповедей. Он говорит: если бы мы в каждый пост ставили бы цель избавляться хотя бы по одному греху, то мы бы уже святые были. Вот, святыми бы уже ходили по земле. Это гордыня. Вот. Ну, это хорошо было бы, наверное. Откройте, пожалуйста, ну хорошо, вот мы постимся, значит, Новый год мы не празднуем, ну, во всяком случае, по новому, скажем так, стилю, то есть. А когда можно нам, в конце концов, начать вот гулять, веселиться, ходить в гости, встречаться? Ну, давайте я с вами немножко не соглашусь. Я вот праздную Новый год, да? 1 января, но я праздную по-своему. У каждого какое-то свое понятие праздника, да. Уже я не помню, какой год, но мы в Черкасском вот служим. 31 декабря у нас вечерняя, а 1 января у нас 7 утра литургия. 1 января такой исторический, память исторического святого, вот, летописного Ильи Муромца. Да. Нашего, да, чьи мощи почивают в Киево-Печерской лавре, в ближних пещерах. И у нашем приходе есть икона писанная Ильи Муромца с частицей мощей. И поэтому у нас 1 января у нас литургия. И кто, ну, у каждого, как говорится, у каждого свой Бог, да, он вот, и у каждого свой. Ведь каждый день этот, можно сказать, это Новый год, можно так воспринимать. Потому что каждый день это подарок человеку. Это день прожить. И как его прожить, это уже выбор самого человека. Вот мы поэтому празднуем. А по поводу, ну, пост, напряженный труд, потому что, ну, очень тяжело человеку признаться, быть честным, во-первых, самим собой, потому что тяжело признать человеку, что да, я был неправ. Да, я вот здесь я оступился и вот здесь повел себя неправильно. Вот. Но пост как раз вот такое время, чтобы стать честным, вот, и признавать свои недостатки. Но приходит время, мы этот пост держим ради вот такого события, как Рождество. Вот. И приходит Рождество, у нас Рождество 7 января, и праздничное, великолепное богослужение. Вот, люди причащаются на Рождество,
Вот, и начинаются святки. И вот святки продолжаются, начиная с 7 января и продолжаются до 18, до сочельника, вот, крещенского сочельника. И это время как раз время святок, чтобы ходить в гости, чтобы нести радость колядками там, и так далее, радость из дома в дом с близким, не только близким, тем, с кем мы встречаемся, радость о рожденном Христе. Вот. Ну и делиться этой радостью, этой любовью со всеми окружающими, вот, чтобы огнем веры вот, зажигать другие сердца. А если без веры, допустим, мы уже приходим в гости, мы тогда можем есть все, что угодно, и даже выпивать. У каждого свое понятие праздника и празднования. Вот тоже у каждого свое. Ну, в общем-то, если мы постимся, то мы про это вообще должны забыть. А если мы не постимся, то, в общем-то, как бы и можно. Ну, давайте так. Типикон нашей церкви вот, говорит о том, что даже в посту, в субботу, воскресенье, ради праздника разрешается вино. Ну, чуть-чуть. Угу. Ну, у каждого свое понятие, чуть-чуть. Ну, и так же самое, как... Ну, можно, ну вот, мы празднуем без спиртного и рождественские праздники. Мы, ну, больше внимания уделяем семье. Мы, у нас семью выезжаем то в Святогорск, в Лавру, то мы выезжаем в лес, то мы едем вот в Дружковку на каток. Вот, то есть не так, чтобы... только нам, родителям, вот, расслабиться, а чтобы каждый член нашей семьи почувствовал, ну, как бы, праздник. Ну, Наталья Константиновна, вот, пользуясь случаем, и так как мы уже не увидимся до Рождества, хотелось бы вам, и вам, и всем телезрителям, всем православным христианам, и вообще христианам поздравить с этим 12-м великим праздником Рождества Христова, вот, и пожелать, чтобы у тех, у кого еще Христос не родился в сердце и в жизни, чтобы Он родился, чтобы мы открыли свои пещеры наших сердец и нашей жизни, у тех, которых родился, чтобы этот рожденного Христа, вот, воскресшего Христа, теплоту мы не только лелеяли, мы не только хранили, но и этой теплотой делились с окружающими. Хочется пожелать всем, чтобы мы чувствовали себя любимыми Богом, нашим Отцом. Вот. И эту любовь, этой любовью делились с окружающими. Мира, рожденного Христа и Божьего благословения всем вам. Большое спасибо, отец Сергей. И надеюсь, что так праздники будут у нас хорошо. И вам тоже мы желаем всего хорошего в эти предпраздничные дни, с этим светлым праздником Рождества Христова. Ну и наши телезрители, мы еще раз напоминаю, что у нас в студии был настоятель Свято-Знаменского храма поселка Черкасская, протоиерей Сергей. Большое спасибо. Бог в помощи. До побачення. До зустрічі.